Экспо Азия, Азия, Азия. Надежный партнер по работе с Китаем. Многолетний опыт, мы свое дело знаем. Это Экспо Азия, Азия, Азия. Доставка товара в любой город из стран. Россия, Украина, Беларусь, Казахстан. Если ты бизнесмен, предприниматель, слушай информацию внимательно, приятель. Хватит тратить время на переговоры, волокиту с документами, мы сами все оформим. Экспедирование груза, аудит, консолидация. Берем все на себя, не нужно напрягаться. Забудьте о долгой доставке, дорогой логистике. Мы все сделаем быстро, посредников нет, доставим все. Это Экспо Азия, Азия, Азия. Надежный партнер по работе с Китаем. Многолетний опыт, мы свое дело знаем. Это Экспо Азия, Азия, Азия. Доставка товара в любой город из стран. Россия, Украина, Беларусь, Казахстан. Если ты бизнесмен, предприниматель, слушай информацию внимательно, приятель. Хватит тратить время на переговоры, волокиту с документами, мы сами все оформим. Экспедирование груза, аудит, консолидация. Берем все на себя, не нужно напрягаться. Забудьте о долгой доставке, дорогой логистике. Мы все сделаем быстро, посредников нет, доставим все запросто. Воздушным, ЖД, морским, смешанным транспортом. Юридическая помощь, решаем все вопросы. С нами безопасно, быстро и просто. Это Экспо Азия, Азия, Азия. Надежный партнер по работе с Китаем. Многолетний опыт, мы свое дело знаем. Это Экспо Азия, Азия, Азия. Доставка товара в любой город из стран. Россия, Украина, Беларусь, Казахстан. Если ты бизнесмен, предприниматель, слушай информацию внимательно, приятель. Хватит тратить время на переговоры, волокиту с документами, мы сами все оформим. Экспедирование груза, аудит, консолидация. Берем все на себя, не нужно напрягаться. Забудьте о долгой доставке, дорогой логистике. Мы все сделаем быстро, посредников нет, доставим все запросто. Воздушным, ЖД, морским, смешанным транспортом. Юридическая помощь. Вот, так что я думаю, наверное, все вам рассказал. Или большую часть. Если возникли какие-то вопросы касаемо ДВС поставки из Китая, чтобы ушные, что новые, можете обращаться. Вся информация у нас транслируется в нашем телеграм-канале, в YouTube-канале на дроме. Все, с уважением, Евгений. Всем хорошего дня.